Рассказывай. Был концерт в Ульяновске. В прошлом туре. Позапрошлом. В прошлом туре. Не суть. Был концерт в Ульяновске. И там шел какой-то маленький парчик. Рок-бар какой-то. Мы туда зашли, мне сразу подозрение закрали, что что-то не так. Он такой прям убитый весь в хлам. Там какой там стоит, блядь, мотоцикл. Что хрустит, что ёкает везде, ломается что-то. То есть там отец стоял. Единственный человек, который находился на этой площадке, это был бармен. Бармен, короче, этой площадки. Никого не было больше. Ни директора, никого. Мы зашли, никто звук не отстраивал, ничего. Мы час ждали, пока придет какой-то удутый чел, настроит нам что-то, пытается натыкать. Я начал психовать, он говорит, я вообще кальянщик, меня не спрашивали. И вот чел, который там был, он был просто на голое тело, в кожаной жилетке. Ему лет 50 был, этот парень. И он был похож, пиздец, на Лего Монгола, чтобы вы понимали. На лицо. Вот, мы пытаемся что-то отчекаться, и на стене где-то висит огромный портрет, короче, с ленточкой. Я говорю, это кто? Она говорит, это владелец заведения. Я говорю, а где он сам, нахуй? Этот чел говорит мне, а он сидит. Я говорю, за что? Он говорит, он мента убил.